вот человек с Астрахани приезжал несколько дней назад, ему понравилась моя машина. Ну, заказал, короче, автопроверку. Вот знакомый пацанчик Мухаммад сейчас машину проверяет. 11-й год, декабрь, эксплуатация с 12-го, машина вся целая, вся в оригинале, все родное, ничего не билось, не красилось. Вот. В салоне тоже ничего не перешивалось, не переделывалось. Оригинальный пробег, это я вот уже почти 6 тысяч наездил, 126 тысяч с копейками. Юбилейная версия. Чуть грязная машина, поэтому не так, может, эффектно выглядит. Здесь в районе пассажирского порога даже такая оригинальная плинта осталась, заводская. Состояние. Чуть еще раз повторю, грязная машина, поэтому очень красиво.